Проблемы замусоренности берегов Байкала уже не один год решают ее разными способами. 7 сентября на озере состоится традиционная волонтерская акция «360». В этом году ее целью будет также и создание туристической инфраструктуры. Подробности прямо сейчас. Нерпы на улицах Иркутска. Не верите? Вот же они. Эндемиков можно встретить в специальных фотозонах. Байкальские тюлени приглашают всех на уборку берегов озера от мусора. Павел Шмелев уже во второй раз собирается принять участие в экологической акции 360, которую проводит компания N+ Group. В прошлом году он собрал 8 мешков мусора в поселке Танхой. Но ликвидация стихийных свалок – лишь одна из задач. В этом году 360 будет направлено на благоустройство и строительство туристических зон и троп для просвещенного экотуризма. В этом году желающих было так много, что регистрация на участие закрылась за 10 минут. Но организаторы призывают всех следить за проектом в интернете. Шанс стать частью масштабной экологической акции еще есть. А пока абсолютно все могут принять участие в фотоконкурсе. Сделать снимок рядом с нерпами, дающими советы по защите озера, и разместить кадр в соцсетях с хэштегом «Квест360». В этом году акция 360, которую компания реализует на берегу Байкала, пройдет уже 9-й раз. И это здорово. Но одновременно с этим мы считаем, что защита Байкала – это ежедневный вклад, а не только масштабные разовые акции. Поэтому мы хотим, чтобы как можно большее количество людей, следуя простым советам, минимизировали свой ущерб для экологии озера. С 2011-го в экологической акции, организованной компанией N+ Group, приняли участие около 144 тысяч человек. Волонтеры собрали более 4,5 тысяч тонн мусора на природных территориях в разных регионах страны. Традиционно к Байкалу, как к жемчужине России, приковано повышенное внимание. В этом году акция пройдет в 4 точках 7 сентября. Успевайте присоединиться. Олег Федоров, Андрей Назаров, новости по будням.